меня размат. Сегодня мы будем делать машинку. Да, ребята, привет. Сегодня у нас Renault Megane, масштабная модель. Будем ее собирать. Марк, а кто тебе сделал этот подарок? Дед Мороз! Да, Дед Мороз Марику подарил такую классную машину. Автоконструктор Renault Megane. Да, кузов машинки. Дай посмотрим. Такой увесистый металлический кузов. О, а посмотри, вот детальки. Здесь у нас это детали колеса, да? Подвеска, накладки, бампера. Да? Давай распакуем сначала целую большую вот эту деталь. Да, давай. Стекла, смотри, стекла, да? Тут вот у нас все детали есть, их так много, да? Здесь это часть кузова, да, здесь идет салон, да, моторный отсек, колеса, да, балка усиления, вот болтики сейчас будем закручивать, фары, вот такие фары, самое основное металлический кузов, кузов, рама и колеса. Марк, ты уже одеваешь, да, резину, уже шиномонтаж, да, пошел, в общем, одеваешь уже. Шиномонтаж. Ну да, колеса. И вот наша инструкция. По инструкции сейчас мы все это соберем.